Андрей Свянский дарит своему коллеге, тоже, кстати, аспирант кафедры режиссуры или актерской кафедры, могу же ошибиться, хочет подарить вам и Виктору Делю одновременно песню. Он сам объявит, я могу только примолвить, что песня прозвучит на немецком. Волнуюсь, потому что я узнал, что буду петь по-немецки сегодня, несколько часов назад. И возможно, то есть эта песня будет для меня неожиданной, для вас повышенная, да? Но я просто надеюсь, что не все здесь знают язык. Это песенка Шуберта, ты сказал. Я всегда ее пел, но не знал откуда. С нее, кажется, можно начать сначала. Жизнь. Уж очень похожа она на чудо.